Если вам интересно, что сигналит тело по болезням, то вам или психосоматику почитайте, но это усредненный ответ, как для козерогов, предсказание. Естественно, свой ответ. Ассоциации, знаете, что такое? У меня болит рука, вопрос, да, что это делать? У вас ассоциируется рука с чем? Что вы делаете ей, для чего она вам нужна? Играя в ассоциации, вы поймете, что сигналит вам рука. А глаза вам что сигналят? Что вы делаете глазами? Для чего вам глаза? Какие они в системе вашего организма функции выполняют? Если они болят, они не выполняют эту функцию. Какую функцию они не выполняют? То есть вы рассуждаете. Для одного это будет один ответ, для другого человека это будет другой ответ. Для каждого будет свой уникальный собственный ответ, и только вы его знаете. Но только тогда, когда вы включаете голову и рассуждаете. Мозги нам нужны не для управления нашей жизнью, не знать, куда что и делать, за всех все решать. Мозги нам нужны для того, чтобы думать о том, о чем мы думаем, а если их нет мозгов. Ну, Оль, ну что смеяться-то? Здесь сейчас роди себе мозги заново. Родилась, роди себе мозги. Вот прям сейчас скажу, у меня есть мозги. Мне вот интересно сейчас посмотреть, как у меня появятся мозги. Мы мозгами все время думаем, чтобы управлять этим миром. А нам нужно им воспользоваться для расшифровки себя. Расшифровывать свои чувства, расшифровывать сигналы тела, расшифровывать, что нам мир показывает, расшифровывать, что нам мир сигналит. Ушли из долга вообще непонятно куда. Для меня вина — это должен. Ожидание, в итоге головная боль, непринятие. Вот, блин, откуда мои долги, черт. Ну, конечно, вина — это когда ты не выполнил долг. А что такое долг? Это когда ты свои какие-то ожидания понавешал и ждешь. Какие могут быть ожидания в неизвестности? Жизнь — это неизвестность. Там нет ожиданий. Какие ожидания? Ожидания — это ты остановился на машине, наблюдаешь одну картинку и не двигаешься. Вот это твои ожидания. Зачем нам ждать, если нам идти надо в неизвестность? Познавать все время новое. Оля, у меня есть мозги. Вот, конечно, все включили. Появились. Перестаньте знать. Вы ожидаете от мужа, какой он должен быть. Вы ожидаете от детей, что они должны хорошо учиться. Вы ожидаете, что мама должна быть вот такая, правильная. Я ожидаю от себя, что я должна быть вот такой. С чего вы вообще взяли, что вы должны быть таким или таким или таким? Это ум придумал. Но зачем? Как только вы собираетесь узнать что-то новенькое, вы просто говорите себе: «Мам, блин, мне интересно это узнать, и все, какая я? Я то, что уже о себе знаю, мне уже не интересно. Я это уже знаю, это уже встроено, этот опыт у меня во мне уже есть. Я уже вырос на этом месте. Мне теперь интересно познать что-то новенькое еще о себе. Как все сложно». Ну, вы сами себе усложняете. Вы решили, что это сложно. Ну, это же вы решили, что это сложно. А если вам станет интересно? Интересно. А как это сейчас легко? Я сейчас все разберу. Только включили интерес, поток запущен, и вы это сразу увидите. Желание исполняется, когда вам интересно. Но вы уже умом решили, что все сложно. Интересы проявить не хочется. Узнать, как это может быть легко. Вы уже заранее умом своим решили: бля, все сложно, все, точка, конец, остановка. Но если вы перестанете вот так вот решать заранее: я ни хрена себе вообще ничего не знаю, говорите, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, говорите себе все время: мне интересно узнать что-то новенькое. Зачем я себе все время говорю, что я тупая? Зачем я себе говорю, что все сложно? Зачем я говорю, что у меня не получается? Ну нахрена? Ребенок маленький, он учится ходить, да? Если он, блин, каждый раз будет говорить: мам, мне не получается, я не встану, я не встану, я тупой, я вообще нифига ничего не понимаю, мам, не поднимай меня. Он никогда не научится ходить. Но ему похеру, понимаете? Он просто говорит: да и хрен с ним, упал, встану, еще пойду дальше. Упал, встал, опять пошел, опять упал, опять встал, опять пошел. Ну вот вы также должны сделать. Встаньте ребенком. Стать ребенком — это, кстати, вот про это. Перестать знать: блин, интересно, а как я все-таки научусь ходить? Мне вот интересно, а с чего я взял, что я дурак? А с чего я взял, что у меня нет денег? А с чего я взял вот это? Просто задайте себе вопрос: а с чего я вообще это взял? Да, я сейчас упал. Но это же не значит, что мне теперь надо лежать. Я же могу подняться, могу, могу. А я могу узнать, как я могу поумнеть? Могу. Интересно, а как я поумнею? Как только включился интерес, поток запущен, и вы наблюдаете, не делая ничего специально для этого, никаких действий, не надо там куча тренингов проходить, книжек читать. Вы под своим наблюдением, фокусом своего внимания, в интересе, в потоке, доедете на своей, там, на своем теле, как на машине, в биоскафандре, до вашего желания. Перестаньте бороться с этим и говорить: я знаю. Ну вот я знаю, что у меня не получится.
все, желание исполнено. Все желания исполняются мгновенно, как только вы их вообще для себя озвучили. Но вы вот сколько раз сейчас сказали, что я ничего не понимаю, желание исполнено. Исполняем. А если каждый раз наступаешь на те же грабли, идти дальше или заниматься другим делом? Ответьте, пожалуйста, себе на вопрос. Давайте так. Андрей, сам к себе обращаешься. Андрей, подойди к зеркалу. А если я каждый раз наступаю на те же грабли, мне идти дальше или заниматься другим делом? Что ты чувствуешь? Вот просто реально, что ты чувствуешь? Не головой вот сейчас пытайся ответ выбрать, а что ты чувствуешь? Тебе комфортно идти дальше или комфортно наступать на грабли? Где тебе хочется, что тебе хочется, то и выбираешь. Откуда же я знаю за тебя? Многие дети наступают на грабли, а кто-то надоело ходить учиться, а он говорит так: папа, покидай меня к потолку и пойдем есть. Я уже боюсь денег хотеть, такое ощущение, что они нахер не нужны. Конечно, не надо их хотеть. Зачем вам деньги хотеть вообще? Мы не отрицаем деньги, деньги это офигенно, деньги это классно, они приходят в любом бесконечном количестве, только на ваше желание. Когда вы знаете о вашем желании, который готовы осуществить, потратить и так далее. Если вы готовы сейчас пойти купить платье, деньги придут на платье. Но вы сейчас это платье не готовы, потому что время 22, магазины закрыты. Сидеть и мечтать сейчас о деньгах, вот сегодня вечером. Вы хотите денег, вот прямо здесь и сейчас вы хотите денег. Другого мига не существует, только здесь и сейчас. Но у вас нет этих денег, потому что вы сейчас на эти деньги никуда не пойдете. Ну никуда, ну нечего вам купить. И квартира прямо сейчас, если у вас появится, вы не встанете с этого со стола, с эфира и не пойдете. Зачем вы забиваете себе мозг этим? Все приходит в моменте ровно тогда, когда надо. Но вам тогда, когда не надо, всегда чего-то надо. Зачем? Деньги придут в моменте. Вот у вас будет желание, когда вы готовы их тратить, время и место, они в это время будут. Зачем заранее об этом беспокоиться? Заранее беспокойство, страх завтрашнего дня у нас сидит глубоко. Но если вы осознаете то, что жизнь — это движение, и в этом движении картинки вокруг меняются, они не повторяются, они всегда новые, тогда у вас шаблон просто отпадает этот. Страх неизвестности, страх завтрашнего дня — это единственный страх, который стоит за всеми страхами. Пауков вы боитесь, ребенок умрет или еще что-то. Все стоит за одним страхом. Страх неизвестности, то есть страх жизни. Вы все боитесь жить. И только поэтому наше тело, скафандр, очень быстренько заточено на умирание, там 70, 100, 150 лет. Не знаю сейчас, сколько, до скольки лет люди живут. Но весь смысл в том, что мы заранее определили себе, что скафандр должен вот столько лет прожить, ну, как творец, потому что примерно к такому возрасту башка забивается такими шаблонами, и познавать человек ничего не хочет. Ну, нафига познавать, надо срочно меняться на новый скафандр, чтобы уйти опять в забвение, чтобы опять познавать эту жизнь. Творец познает себя, и как только скафандр перестает работать, то есть мозги просто перестают хотеть чего-то нового, и просто ему, пожалуйста, комфорт, машина, квартира, мороженку в рот, все, больше ничего, там, секс, дети, все по накатанной, а тупик эволюции опять, все, мы тело сменяем. Но если вы захотите жить дольше, вы будете жить дольше, но это только в одном случае. 1000 лет вы будете жить, 5000 лет, только в одном случае. Вам не нужно менять скафандр, если вы будете жить, познавать новое. Но вы сейчас все умираете, все, даже я. Мы сейчас умираем. Наша жизнь где-то после там, 5-7 лет рождения начинает идти в обратном направлении, в смерть, в угасание. Потому что мы с каждым, блин, я знаю, консервируем себя и останавливаемся. Мы запустились, как ракета, потоком в жизнь. А потом начинаем тормозить. Вот это вот я знаю, я не хочу идти в новое, нафиг не нужно, дайте мне комфорта, дайте мне завтрашний неизвестный день, который должен вас вот так вот радовать. Блин, интересно, что же будет завтра? Мне интересно, что будет завтра. У вас этого интереса нету, вы боитесь завтра, вы боитесь интереса, вы боитесь игры, вы боитесь фильма. Вы хотите играть в жизнь, пересматривая это кино повторное. То есть вы хотите, чтобы жизнь была понятная, вы хотите, чтобы жизнь была, блин, как киношку. Вы пришли в киноцентр, да, и заранее знаете все, полностью весь сценарий. Начало, конец, без трабл, без каких-то там экшенов. Просто встретились два человека, чмок-чмок, конец. Вот, вы хотите так же. Вам не интересно ни развитие событий, ни игра, ни познание, ничего не интересно. Вы хотите вот узнать все быстрее и законсервироваться. Понятно, тело надо менять. У меня наброс с деньгами страха, а без них свобода.
Ольга, вы хотите денег, не берите сами себе. Ум ваш хочет денег. Конечно, без них свобода. С деньгами свободы еще больше. Деньги на свободу не влияют. Никак. Больше или меньше, да, искала больше. Без разницы. Есть у вас деньги, нет. Деньги и свобода лежат в разной плоскости. Вы можете быть свободным с деньгами и без. Вы можете быть не свободным с деньгами и без. Это две разные вещи, это как круг и квадрат, что их сравнивать вообще? Деньги — это просто средство исполнения желания задним числом, ум нам нарисует воспоминания. Что вот они у меня пришли, якобы от чего-то как-то там сложились обстоятельства, и вот я их теперь сейчас трачу. Но при этом чувствовать себя свободным с деньгами никак не связано. Перестаньте, вы наделили вообще весь мир и себя деньгами. Вы считаете, что только все зависит от денег. Но деньги зависят от вашего внутреннего состояния изобилия. Только от этого. Понятие свободы, не свободы трансформируем. Все дуальности выписываете в тетрадку вот так вот, прям по списку. Свобода и противоположность, не свобода. Плохо-хорошо, чисто-грязный, помощь и равнодушие. Что там еще? Любые шаблоны, мы уже их столько там, этих шаблонов сегодня проговорили. Так, свобода не свобода. А, мы уже ее трансформировали. Свобода — это когда ты не привязываешься к привязкам каким-то. Мы ко всем вещам, людям, событиям, еде, всему-всему привязываемся для того, чтобы что-то получить. Ну, то есть я привязан к деньгам, потому что я от них могу что-то получить. Но если покопаться что, то понимаешь, что они там особо-то и не нужны. Ладно, хрен с ним, с этими деньгами. Я хочу мужа, чтобы получить, ну, там, удовольствие, там, тоже комфорт, быть за каменной стеной. То есть мы от каждого хотим любви получить, еще чего-то. Но когда вы понимаете, что все, что вы хотите получить от привязки, это всего лишь чувства, эти все чувства подвластны вам здесь и сейчас. Прям в этот момент, без вот этого внешнего, и они вам подвластны, вы можете эти чувства прочувствовать, тогда вам эта привязка, по сути, не нужна. Тогда вы отвязываетесь от этой привязки. Мне нужен вот этот муж для того, чтобы... И там целый список. Он мне дает чувство, такое-то, такое-такое. Когда вы понимаете, что эти чувства можете дать без мужа себе сами, вы перестаете быть от него зависимы. Но с ним вы уже не... Из чувства долга, не из чувства привязки, а из чувства любви. Не почему, потому что он ваше продолжение, вы от него независимы. Вы с ним, потому что вам классно. Ну просто, не почему вам классно. Он вам дает сейчас, короче, сейчас мы как потребители живем. Нам каждый человек нужен, положа руку на сердце, для того, чтобы его использовать. Мы всех используем, маму мы используем, она мне должна, там целый список. Мужа мы используем, он мне должен. Есть с кем спать, есть с кем жить, есть кто будет обеспечивать, там то-то-то. Там целый список. Никто из любви ни с кем не находится. Но как только у вас нету привязки, вы понимаете то, что все, что вы хотите как от коровы дойной получить, сдаит человека, блин. Вы хотите любовь получить от всех людей, потому что не хватает любовь, ну, любви внутри. Вы хотите это компенсировать внешним. Но когда понимаете, что, блин, я эту любовь могу себе сама дать, потому что любовь — это внимание, просто все, это просто внимание. Это чувствовать свои чувства, что я чувствую, глядя на весь окружающий мир, что я чувствую. Вот это и есть любовь. Если вы понимаете, что вы себе это все можете дать, тогда у вас вот эта вот привязка отваливается, вы перестаете доить человека, который находится рядом с вами. Просто вампирить его перестаете. Потому что уже вам не нужно от него получить то, что и так у вас есть внутри, но вы хотите получить. И он тогда уже с вами не почему. Безусловная любовь, понимаете? Вы рядом с ним просто потому что хорошо. Вам не нужно от него ничего. Так же с материальным. Когда вы понимаете, что деньги — это просто хрень, блин, с них вы хотите что-то получить. От компота что-то хотите получить. От стула что-то хотите получить. Вы ко всему привязаны, только к дому, к машине, к месту, к работе, только потому, что вам нужно чувство. Они внутри вас есть. Если вы поймете, что здесь и сейчас вы можете дать себе любое чувство, какое вы хотите, и когда вы внутри наполнены этим чувством, вы его почувствовали, вы его осознали, блин, оно внутри меня, вы можете этим делиться, вы наполнены любовью к себе,
Вы на пьедестале славы и богатства, и весь мир смотрит на вас как на центр вселенной. Только потому, что вы изнутри полный и целостный, потому что вам ни от кого ничего не нужно. Ничего, потому что все внутри есть, это и есть ваша внутренняя целостность. Найти себя — это перестать искать, это просто вот взять и обратить на себя внимание и перестать доить всех вокруг. Как только вы переходите из потребительства в созидание, то есть вы понимаете, то, что вы начинаете творить. Мы творим своими чувствами, своим вниманием. Я творю сама себя, только когда я обращаю на себя внимание и чувствую себя. Я творю, я творец в это время. И вот этот переизбыток, он сам транслируется миру. Я настолько себя люблю, что вот мне хочется себя погладить. Я себя погладила, мне классно. Мне ничего уже от жизни не нужно, но мне просто классно. Я только подумала о цветочках, у меня уже муж пришел, букет цветов принес. Только я подумала, не поехать ли нам куда-то, уже машина стоит, родня говорит, так, мы сейчас в лес едем. А я только вот вчера вспоминала запах еловых шишек, и мне вот в лес хотелось. Оно все вот так творится, только когда вам нахер это не нужно, вы понимаете, что внутри это все есть, вы так можете это все себе дать. Целую, пока.